Добро пожаловать на канал Умно и Разумно. Сейчас я вам предложу рецепт наивкуснейших блинчиков, в котором, поменяв порядок применения ингредиентов, вы получите совершенно новый результат. Всего лишь две хитрости, благодаря которым получатся супер идеальные блинчики, тоненькие, с дырочками и очень вкусные. Что вам потребуется? Кефир, молоко, яйца, мука, сахар, соль и сода. В представленных ингредиентах нет ничего особенного. Вся хитрость в том, в какой последовательности вам следует добавлять. Способ первый. Кефир следует обязательно нагреть до теплого состояния. Нагрейте 1 литр кефира, добавьте 2 столовые ложки сахара, 1 неполную чайную ложку соли, пол чайной ложки соды и хорошенько размешайте. Кефир начнет увеличиваться в объеме. С холодным кефиром результат будет не такой. Способ второй. Заключается он в порядке ингредиентов. Если раньше следующий ингредиент добавлялись яйца, то теперь мука. Добавлять следует на глаз. Класть столько, чтобы получилось тесто, как на оладьи. А теперь яйца, 3 штуки. Размешайте, добавьте холодное молоко, чтобы получилась жидкая консистенция растительного масла, и можно печь блины. Неизвестно, как это работает, но вот именно такой порядок делает блины просто идеальными. Казалось бы, ничего особенного, ведь ингредиенты все те же, но уверяю вас, блинчики, приготовленные таким способом и в такой последовательности, получатся очень идеальные и вкусные. Подавать их следует с любимым вареньем или со сгущенкой. Всем приятного аппетита! Благодарю вас за внимание, всем пока!